Предлагаю вашему вниманию проект 6 серверов Rustcast'а. Рейты на серверах X5, X10, кроме Max3 и Unlima. На них рейты X3 и X6. На серверах установлена RPG-система, позволяет прокачать рейты. Постройки из МВК не гниют, а турели работают без электричества, как в старые добрые времена. Коптеры спавнятся на дорогах. Внутриигровой магазин вызывается Slash-Shop. Но чтобы получить к нему доступ, необходимо вступить в группу серверов Steam. Ну и это еще не все. Вас ждет еще многое другое для комфортной игры. Всех карт вам раскрывать не буду. Так что не раздумывай, а залетай. Все ссылки в описании. Приветствую. Вот и настал тот самый момент, когда пора уже было строить собор в Лунде. Многие писали в комментариях, почему так долго мы не приступали к данной постройке. Ответ очевиден. Во-первых, мы ждали, пока сгниет нужное здание, которое мы зарейдили, так как оно занимало площадь, нужную для строительства. А также миллиард соседей, с которыми нам пришлось вести войну за нашу же территорию. Да, многих мы выселили, но остались еще поляки и группа хейтеров. Но поляки к нам не лезли. Они жили там своей жизнью, просто пробегали иногда мимо. Ну а хейтеры, понятное дело, каждую дырку залезут. Но все было в строительстве не так уж-то и просто, потому что я собирался построить полномасштабный собор. Я вычислил примерное количество фундаментов, которые нужно в ширину и в длину, и их количество оказалось огромным. Плюс все-таки местность. Где-то камушек, где-то возвышенность, и приходится поднимать фундаменты или опускать. А я не хотел этого делать. Я хотел сделать ровную площадку. И, соответственно, ни о каком грейде, в камень или в дерево, речи не могло идти. Потому что я хотел построить сначала макет. Потому что ты не знаешь, какие нюансы тебя могут ждать. Как вы уже заметили, мне уже приходилось обрезать данное строение либо с одной стороны, либо с другой. И я хотел для себя понять, реально ли вообще это построить. Строительство только макета, а если быть точнее его части, заняло более часа. Поэтому я вам показываю все фрагментами. И строил я относительно все спокойно, потому что вся тима стояла в охране данного сооружения. Но я думаю, взглянув уже на масштабность, вы представляете, сколько нужно камня или тем более железа на то, чтобы загрейдить хотя бы левую или правую часть собора. Но мы готовы были на это идти, потому что дело было в эпичности. Это смотрелось бы грандиозно. Ну а по поводу неправильной работы стабильности в данной игре, на этот раз я просто буду молчать, ибо это был ужас, и связано это было снова с крышами. И вот, практически 40% собора были построены в виде макета. И как только я ушел за ресами, повылазили эти додики и начали разрушать одну из стен собора. И вот часть диалога тиммейтов, которые на тот момент были возле собора. Ребята, вы в соломы не стреляйтесь. Да они стрелять не по нам, по сути-то, по дому, блин. Это они соломы вынесли полстены, сейчас Боня убьет вас. Ну там что-то не прогружается, я они не знаю. Они нормально сносят, полдома сносят. Да, они сносят, блядь. Боня, они полдома сносят. Сука, выебите. Ебануться, бля, нихуя там полдома нет уже. Че тут сказать? Говноеды просто. Значит, где они? На сотке гора были. 100-110. Ну пойдемте, говорю, их убьем. Да, разнесли нормально стенку. Может быть, они отвлекают, а другой сейчас шкаф воткнет, подождите. Кстати, не исключено, Бонни, воткни лучше шкаф. Да, воткнуть надо, камень закатай сразу, дверь поставь, переставим потом шкаф. Что ж, моя догадка была верна, только они планировали шкаф ставить не в соборе, а как на прошлом сезоне, вокруг здания. На вопрос, почему они такие долбоебы и мешают нам, они сказали одно: с вами интересно, вы никогда не сдаетесь, а другие, кого мы дрочили, сразу же сдавались. Я так понял, что ливали на другие серваки или что-то в этом роде. Да, отчасти это аргумент и реально дает другим игрокам интерес к игре, но эти пацаны не преследовали данной цели. Это они доказали в дальнейшем в этом сезоне, используя читы, такие как ВХ, и, соответственно, с макросами. Но, к сожалению, античит в плане ВХ нам никак не поможет. Оно не распознается. Как и за макросы не банят. Как избавиться от этих кусков дерьма, я даже не представляю. Но они все-таки добились своего. Я не могу их вырезать из ролика, потому что идет определенная сюжетная ветка. И если я что-то вырежу, будут вопросы, а почему появился там шкаф и почему вы его взрывали. Поэтому приходится сохранять хронологию.
Что ж, мы никогда не сдаемся. Здесь они не прогадали. Где он? Вижу. Вижу. Тычку дал. Кэт отдал ему. Да, все, видно. Ни хрена. Живой? За машиной. Тут в упор, за шкафом. Минус. За шкафом. И минус еще один. Прям я упор вас убью. За каким шкафом? Это... Они шкафы ставят или что? Минус. Ну вот это он был каленый, подбежал. Это они шкафы поставили, я говорю. Да, 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 собственно. Пиздец, блядь. Подожди, успел? Еще шкаф был. Надо расставлять периметральные шкафы, потом делать. Сразу, да-да-да. Вот, в принципе, и началось. Вы сами все увидели. Периметральный шкаф, следовательно, постройка собора отменялась. Нам нужно было срочно устанавливать свои шкафы, а также ставить периметр, чтобы они не могли пробраться внутрь. Короче, вот это... Тут ты должен тут крыть же. Замок стоит, ничего. Замок построен. А, построен. Милорд. Вот и все, ребят. Я все загрейдил. Вроде как ничего перевернутого нету в ненужную мне сторону. Все в порядке. Здесь тоже все в порядке. Этот угол мы выяснили то, что так и должен торчать. Шкаф я защитил гаражками. Вот. И шкаф теперь жрет у нас 47 тысяч камня. И на 11 часов 11 минут у нас дом. Этого вполне достаточно. Потому что силы кончились, а строить тут еще много, очень много.
Короче, ребят, это вообще, это жесть. Надеюсь, что я смогу все-таки это построить, и мы сможем это содержать. Но пришло время идти отдыхать, надо спать, набираться новых сил и достраивать. Не сдаемся. Ну, а если не получится построить собор, то тогда это дело все пущу на гниение. И дождемся, пока он полностью сгниет. И сделаем мини-версию. Ну, где-то в половину сократим. Но просто собор, сами понимаете, я вам показал все эти концепты и фотографии, и чертежи. Все это должно выглядеть именно вот в таких огромных масштабах. Иначе было бы несоответствие. На следующее утро, примерно 4-5 часов утра. Так, я живой? Все живы, нас не зарейдили. И вертолет летает. Не знаю, что с основой. В онлайне только Дрозд. На улице, судя по всему, буря. И вот почему сквозь потолок проходит снег? Чё за бред? Эффектов музыки здесь не будет наложено, чтобы вы слышали все. На данный момент... Здорово, дружище. Здорово. Шаги и прыжки, которые вы слышите. Так сказать, доброе утро. Это прыжки врагов, а не тиммейтов, как я подумал. А чё вчера случилось? Мне сказали, что ты сгорел и вышел. Наигрался. Нет, мне сказали, что ты сгорел и вышел, а не наигрался. И подгорело тоже. Да ничего, блин, только ЛР-ку взял, блин, бегал с Конорсом, с Мэтт. Решил подлутать камень, на меня вышла МП-5, которая зажимает в точку, и я дал ее просто. Ничего, сегодня купим тебе 3 ЛР-ки. Как вы можете заметить, враги ведут себя абсолютно спокойно, потому что они знают, что происходит, где кто находится, и безопасно лутают наши ресы. Адекват онлайн? Он там что-то прилип к этому, к обогревателю, голый. Это, без понятия, я здесь уже полчаса в ТС и... Он также прилипший? Ну да. Но я как бы в доме не появлялся. Значит, получается, это не ты прыгаешь по дому? Пловый. Нет. Нет. Понял. А турели живы? А это я не знаю. Проб, сейчас зарезаться в башню тогда. И скажешь, мне там турель какая-то не убьет. Да, у нас пловый прыгает. Ага, турель одна крутится, вращается. Как только я открыл двери на внешку, а Дрозд зарезался в башне... И не один, слышь. Наши враги почему-то не стали палиться. У вас в потолке дырка. И эти шаги, это шаги их ухода. В смысле? В крыше. У нас огороженная территория. Это я видел. Ага, и дыра в заборе. Это я не видел. Твою медь. У нас до хрена дыр. What the fuck? В том обновлении были аномальные проблемы со стейблом. Когда стабильность 50, и ты, например, пристакал соломенный потолок просто к дому, обваливались крыши. Но здесь была немножко другая проблема. Крыши не хотели устанавливаться обратно, а до этого они ставились сразу. Причина была в одном. Не хватало одной из стен. А внутри нашего чердака не было ничего тронуто. Весь лут был на месте. А также я искал дерево для того, чтобы застроить все это безобразие. Если бы нас рейдили, наверное бы наши это...
не ставится. Чё, блядь? Нам нычку бахнули, ты видел? В смысле, нам нычку бахнули? Ну вот, зайди в спину. Удар был четкий и ровный, туда, куда нужно. Они постояли, посмотрели, что все стоят АФК, а дрозд бегает где-то там. Поэтому безопасно, можно взрывать. Смотри. Ебать. Ебать, ебал этих читеров, блядь. Ну, пиздец, хуй. Надо утаскивать. Они знали, что нужно залутывать, и знали место, куда нужно ударить. Блять, минус 500 экспы, нахуй. Я бы поверил в случайность, если бы это были ракеты. Там бы сплэшем открылась наша нычка, а это взрывались сихами. Экспу не забирал, да? Не-не-нет, я тут то, что вот ящик был разбитый. Нахуй есть просто, блять. Вот почему и не ставятся крыши. Видишь, они сразу же свалили, типа, как только услышали, что кто-то по дому ходит. Они еще и полиции не хотят, они хрен вернутся. Это сделали Ява и Еретик. Именно два этих персонажа еще на прошлом сезоне спалились с ВХ. Но в первую очередь главный ВХ это у них Еретик. Мы потом кое-что сделали для них, и они спалились. О том, что это они нас взорвали. Ты поставил, нет? Да, проходи как хочешь, называется. В эту ночь периметр был установлен адекватом, а также его периметральные шкафы. Следовательно, мы не могли никак закрыть данную дыру. И Дрозд постарался максимально близко поставить стенку. Но, увы, не удалось. Проход все равно был открыт. А самый каламбур в том, что эта петушатня бегала к нам каждый вечер. И мы это не убивали. И просила их не рейдить в офлайне. Каждый гребаный день. Они прибегали с этой просьбой. Специально, чтобы не палиться. Нет, не делают больше стенок. Я не знаю, Дрозд. Я занимался собором. Во время установки и открытия нычки я настаивал на том, чтобы люди из моей тимы постоянно бегали вокруг нашего дома и чекали округу на то, чтобы никакой враг не мог послушать, какую стенку именно я долблю. Так что утро в тот день было крайне хреновым. В мастере тут сера есть. 6700. Неповаренный. Дерево есть. Камень остался, металл остался. Он показывал перед выходом 11 часов с чем-то. Я столько не проспал. Обида была не за потерянные ресурсы. Обида была на нечестную игру и труд тиммейтов. Ну что, теперь вы сами-то верите, что с нами интересно играть, потому что мы не сдаемся? Или все-таки дело в прямом хейтерстве с читами и сторонними программами, потому что сами они по себе нули и ракалы? Но ничего не оставалось, кроме как воспрять духом и продолжать выполнять намеченные планы. Только к этим планам прибавился снос хейтеров под нулину. И я готов был в соло сам восстановить все эти украденные 500 экспы, потому что я ценю труд своих людей. И пока они не проснулись, я уже приступил к работе. Хилюсь 20 кп. Репорт на него отправляй. Это вухарь. Голова. Тычка. Калаша. И вот когда мы отправились идти мы лутать, внезапно к нам в спину начал заходить Ява. Первым он убил Дрозда, что тот даже ничего не понял. А дальше уже переключился на нас, думая, что он затащит, стреляя в одну точку с калаша и зная местоположение каждого игрока. Но тут он переоценил свои силы, хотел отжать все, а сам как помойка убежал прятаться. Нет, он не сдох. У тебя возьму два шприца. Вон он стоит, ублюдок. Он в мирном. Далее зашел адекват. Следовательно, он мог восстановить забор. Поэтому пришлось носить каменную стенку. Угу, все.
Против ВХшников есть защита. Ее придумал мастер. Как раз недалеко от нашего собора находилась пещера. Одна ее часть была застроена, а другая нет. И мы решили ее захватить полностью. И мастер сказал, что он сделает так, что ни один читер, который посягнет на данную пещеру, не рискнет столько тратить взрывов, чтобы добраться до нашего лута. И пещера вдобавок была топовая, с шипами. И лут мы могли хранить в левой стороне данной пещеры и в правой, соответственно, разделив его. 14 дверей. Угу. Так. Мне вот это вот слева взрывать, да? Да-да-да. Ага, вижу. Нам повезло. Пещера была, можно сказать, что вообще не застроена. И жил там Соловик, который, судя по всему, вообще практически не заходил в раз. Судя по соломе, которую вы видите. Последняя хватает. Грота в дом написано. И по луту, соответственно, было такое себе. А вот шкаф оказался неплохим. 387 скрапа здесь, ни хрена. Но, как вы сами понимаете, дело здесь было вообще не в луте. Дело было в территории. И мы ее захватили. Просто с приятными бонусами. Теперь мастеру предстояло все это застроить так, чтобы можно было наставить как можно больше дверей. Он вообще рассчитывал на то, что придется тратить 60-100 ракет, чтобы добраться до нашей основы. Так, ну все, разбирайся здесь, я пошел. Добро пожаловать в ад. Да, такое настроение у меня было, поэтому я это и написал. И этот ад кипятил нам экспу для наших друзей. Потому что на тот день у меня были планы именно на них. И вот потихонечку да помаленечку я начинал подкрафчивать ракеты. Я зарядил топливо. Блин, ты же сказал не взял. А, ты у меня взял. Так, что делаем? Пролетаем у них над башней? Да-да-да. Их башня — это был костяк их обороны. Оттуда они поливали с калашей, как настоящие киберспортсмены. Поэтому первым делом нужно было лишить их защитного пункта. Знакомьтесь, это паук. Совершенное создание хейтеров. Ага, ты хочешь? Специально для нас. Да, я топал пару раз. И очень затратное. Ящики у них тут стоят. Солома открыта. Слышь, соломенные лестницы и открыта. Получается, вот каменный потолок бахаем, и все, и мы внутри. На первый взгляд все было элементарно, тем более их не было слышно. Но их не было слышно, потому что они либо строили очередные планы, либо просто стояли в ОФК. Я ребятам сказал о том, что все, готовимся к рейду. Все начали вооружаться, одеваться, а мы с адекватом в это время уже подлетали к дому, чтобы мы с мастером распределили, кто на гранике, кто на разрывных и так далее. Я чисто на гранике, у меня больше ничего нет. А, адекват, эти F-ки возьми, ты ж любитель там ими кидаться. А, адекват, тогда нет, вот ты выдвигаешься с Коннорсом, вот, потому что мы оба вы с гранниками. А, да. Хорошо, понял. Мы палевные. Так, я сейчас стеночки возьму. Так, все, мастера завожу. Наши почти подошли. Адекват и Коннорс были первыми. Взять мы могли только один коптер, потому что там на крыше два не уместишь. И главное, чек и амбразуры. Шли они первыми, потому что мы с мастером были палевные. Так. Спрыгивай. В плане гранатометов. Ну а далее я должен был ребят перекинуть на самый верх. Все, мастер, вот это взрываю. Открывай, все открывает. Если надо будет. Он закрывает, наверное. Да. Так. А, дело 350. О, от стейбла отлетел. Открыто. Так, вот гаражка у него дальше.
Так, все, рвем эту. Вниз пойдем? Да, да, да. Ну конечно, нет, конечно. Так, кровати. Что там? Что там? Кровати. Дальше гаражка. Отсюда надо. Давай, долби, долби. Минус он. Спустился? Лестники поставь нам сразу. У тебя тихо, лестница. Тихо, 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 тихо. Так, на, лестница, на, скидывай. Пацаны, заберите лестницу. Давай, иду. Так, мастер, давай. Вот здесь вот жарево скинь устраиваю, сюда. Слышишь? Жарево устраиваю, не заходи. Здесь кровати до хера. Ну, давай. О! Давай. Их трое, уже интересно зашел. Так, а, бля, лестницу дайте, слышишь? Нет, 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 нет. Не откроют? Все. На воне лестницу. Горит, горит, горит. Минус. Да, у них появилось чувство безысходности. Как я ждал этого момента, когда они ни хрена не могут сделать. Фуловый бежит 345. Вижу. Дал. Тычку дал. Тоже через эту. Дал. Через деревья. Мастер, под готовимся. Скалой. Мастер, мастер. Сюда вниз. Где он? Здесь а, неудобно. Мастер, крой меня, Сейчас крой меня. Блин, мы просто можем так, нет? Все, пропал, не вижу. Чекай. Вот чисто. Солома, а там опасно уже спилил. Бежит, бежит, бежит. Минус, минус, минус. Дальше на 340 справа от паука. А он что-то он в сугроб провалился, лол. Нет, у меня нормально лежит. А. Он с граником бежит. А, нет, с Томпсоном. Там. Минус, мастер. Хит. Армор. Вот здесь вот бить, кстати говоря, от армора придется убрать. Там шкаф. Вот. Лестницы еще штурмовые. Двери всякие забрал. Хит. Что здесь я валяется? Промазал. Забирай болт. Хит, тут, я фул. Еще нет, слева. Ребята. Сейчас. Короче, фула. Стреляй убегает. В этот в армор. Понял? Сотом, играй от армора. Хит по-розовому. Мастер. В армор да, стреляю. А, ферма, ферма. НВ. А поближе надо, мать. Нет. Все, разрывными, я думаю, теперь. Уронили. Кого? Типа, типа, уронили. Лестница. Глушак, это что такое? Глушак. Это не откроют, интересно. 60 хп. Давай, давай. Пацаны, если что, резко вниз. Что? Угу. Если что, резко вниз к нам. А, хорошо. Ну что, что мастер? Ну надо бахать как-то по центру две сразу. У меня бахать. Нету ракет. У меня 4, вы нет. Что, у тебя 4 еще? Убью, так? Да. Все, давай, стреляй. Адекват этим гуском прямо сюда спрыгни на 5 сек, забери шприцы, болты и все это дело. Вот Small Station, да. Выбил все? Нет, чуть-чуть добью. Ну, две сразу, тут и зря. Нормально. Вот здесь шкаф замурованный, да? Да, ничего. Замурованный. 1500 хп. Ой, бля, ни хрена себе у них свапы. Так, сколько? Полторы? Да? Надо слетать за ракетами и выдолбить это все. Да, короче, двери я это выбрасываю, все, забираю у них тут основу. Да, надо шкаф это забрать и вот тут выход засунуть. Под нами где-то ползает этот вот. Он сейчас заходить может туда. По снегу был топот. Вот
Ты за ракетами полетел? Да. У меня одна есть, еще полтора стака разобрать. Адекват, Конрус, на, Конрус, шприцы. Ой, у меня я весь в шприцах. Я сейчас еще возьму. Ну, чтобы у вас хил был. Дай, мастер, ты все забрал, что ли? Да, давай. Нет. Так. Да, босоноги прыгают на скалу. Башня частично была захвачена, но была проблема с армором. Да, мы вынуждены были взрывать им армор, чтобы добраться до их шкафа. Во-первых, там могла быть какая-то нычка, а во-вторых, эта башня перешла бы в полный наш контроль. Но когда я увидел армор, у меня тут же появилась мысль о том, что они захотят вернуть эту башню. Следовательно, украденные 500 экспы можно из них вытащить путем их рейда собственной башни. Да, вот так вот все закручено. Но все-таки план... Все, я пролетел, иду. Открывает, открывает, мастер. Заходит. Жду. Так, мастер, выбирайтесь оттуда, мы сейчас будем взрывать же эту армор, который боковой. Нет, мы заходим. Нам сюда отсюда. Выйти? Да. Сюда? Да. А, ну все, все, я тогда контролю вход. На, мастер. Тебя не убьют? Ну, блядь, меня не убьют, в угол. Если вы будете в тот угол делиться. Кого я сдамажу? Блять, это зажигалка была. Зашибись, адекват. В дверь надо было. Ты не сгоришь? Не-не-не, не должен, там в углу. Давай я, по очереди. Отходи просто в угол. Второго. Все, выжил. Он горит, он горит. Еще вдобавок. Нет, его уж. А это... Вот он, вот он, убил. Он, да ему и пройти было. Да. Сука, горевату, мразь. Смотри-ка, он с чем, с калашом был. Давай шкаф выбиваем, здесь того не было. Давай, готовься. Нет, а, дай мне. Минус на входе. Ставь, куда повыше, ставить? Повыше, повыше, на этаж выше. Повыше, да? Да, повыше. Давай, готов? Так, готов. Ставь. Поставил. Хорош. Все, я здесь дверь строю. Ставьте. Да-да-да, иди. Блин, все горит, подошла. Да спрыгивай. Я не смогу походить по огню. Нормально все потухло уже, все. Калаш, патроны, фулмаски были у него. Дверь, здесь. Дверь. Так, хорошо. Шкаф-вышка. Нет там двери готово? Нет. Я скидывал на пол, мастер. Там наверху где-то лежит. Вот, 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 лежит, вот, мастер, вот. Быстрее, подбирай. Одинарный, тут двойной проем. На. А, крафчу, короче. Делаю. Тоже крафчу. 8 секунд, замок крафт. Вот и все, башня была полностью наша. И, конечно, по стволам и патронам, плюс сеты, было очень даже неплохо. Они подготовились как надо, но теперь это принадлежало нам. Но выхода из этой башни у нас не было, и чтобы не взрывать две армированные двери, а это 8 ракет, мы решили взорвать их каменную буферку, чтобы сделать там свой выход. Короче, в упор по ракетам. Это далеко. Все улица. Ну, застрой. Там будет столб. Поднимается. Убил. Дверь делаешь? Все. Железо это надо, наверное, заготовить, нет? А не, не надо. Двери железо. Да. Дверь за это, задамаженная, за хилью. Так, шприц подобрал. Да, дверь. Вон убегает. Двое. РКБЗ и... Тайник. Убегают они, да? Да, да, да. Да. А так, Бонни, привези кровати все. У них там еще какая-то хата, блядь, они бегут туда. Ну так запоминайте, смотрите. На Р-13 где-то у них хата. А прям под вотером где-то, вот на этих тропинках. Они могли и просто с ресами побежать туда, построить кибитку и отнести. Как вы слышали, наши крысы побежали с корабля, перетаскивая лут, думая, что мы пришли с глобальным рейдом и будем выносить там все. Это, конечно, планировалось, но при условии того, что вышка будет все еще наша, мы бы из нее сделали рейд-будку. Но панику они забили рано. Но факт остается фактом. Они бегут.
И как только они сделали все свои важные дела, они начали обороняться. Но и мы были не промах, мы все перевезли оттуда. Да, он просто голый упал. Ха-ха, открывать окна. Да вот этих голых надо чекать, они могут и голыми приносить. О, о. Откуда? По с мне. Печки, с печки. Ракета. Мне 20 хп осталось. Мимо. Блять, они коптер хотят взорвать. Спичной, спичной. А, он мне сейчас зажал спичную на 250 плюс метров и оставил 20 хп. Да, в дело пошли киберспортивные навыки от товарища Еретика. А я привез все, что нужно было мастеру. Мастер. Хит. А кровати где ставить? Блин, меня не всех друзья. На твое усмотрение. Хит в доме. Всех увижу. Давай, ладно, мне кровати дай. А теперь послушайте и скажите, не узнаете ли вы этот звук? И где мы его часто слышали? А что здесь за ящик? О, маска интересно лежит. О-о-о. Клево жмет, правда? Это откинул мне, да? Да. Совсем. Это Эрдал Еретик. Хит ему. Кто бы сомневался, блядь. Это без рофлов. Те, кто смотрит мой канал, те, кто смотрит мои видосы, те, кто видел, как мы сражались с читерами, сразу понимают то, что это ненормальная стрельба. Это стрельба либо читера, либо макросника. Потому что прилетал этот зажим из здания, которое находится довольно-таки далеко. Как сказал Коннор, с 250 метров. Из амбразуры в амбразуру. Ну а так как стреляли по коптеру, я как идиот выкинул оттуда топливо, оно исчезло. Поэтому улететь я не смог. И мне пришлось идти пешком до дома, чтобы еще донести ресов на укрепление данной башни. Амбразура. Хит. Хит. Оно, блядь, исчезло. Еще хит пронял. Хорош. Все, он минус. Можно лететь, блядь. Да, можно лететь без топлива, сука, я долбоеб. Так, я пошел тогда через низ выхожу. Я пошел до дома за топливом. Там трапы. Понял. Я ушел. Залутал он себя. Пока я шел до дома, стемнело, а хейтерки начали рейд собственной башни. Рейдят. А, это... Хорошими? Походу. Да, я говорю, хорошими. Они в дом херачат. Так много, да. Так в железо апай, мастер, пусть тратится. Кого в железо апай? У нас двери везде. Не, основу, башню. Они вот эту сторону херачат. Вниз. Вот здесь чини 650 хп, чини все эти стены. К рассвету я добрался до башни, потому что ночью туда идти это было самоубийство. Везде были фонарики, и они могли крысить под башней. Выпустили они всего две ракеты, так что это был не рейд. А так, решили припугнуть. Тихо, у меня! Ребята, у меня, слышите? Повернитесь в мою сторону, срочно. У меня передо мной, за скалой. Двое, один минус. Хит. Минус. Убил. Гранд Раст шел с лестницами. Второй чуть выше лежит, РХБЗшка. Понял. Так, двое готовятся выходить. Выходите из паука. Это они за мной хотят выехать. А как вам залезть? О, лестница. Хорошо, что там они дали. Там есть лестница сбоку, да. Нет, они мне дали лестницу. А там есть тоже лестница сзади. Да это с их стороны, с их стороны. Ну за фермой двушка так же ползает у них. Ну, нормально, путь контролит, чувак. Все, я зашел. Там что, ничего не бахнуто? Куда они бахали? Они в стену бахали, со стороны паука. Я со стороны паука, не собираюсь заходить. Забрали, да, этого душа? Да, нет, да. Вот, я забираю коптер, ребят. Моей задачей было забрать коптер и на нем пролететь, доставив мастеру МВК. Мы хотели переставить шкаф там, где он и стоял, чтобы они тоже его взрывали. Там прозора. Все, все нормально. По дверь убил. Минус. Так это все-таки их убили. Где спальник откинуть, так же сделать тему. Давай так же шкаф сделаем, да, все. Ну, сейчас тебе принесу. Сейф не надо, сейф есть. Все, спальник есть. В принципе, ничего не надо. Так, а хай-квалити у тебя есть? Да. Есть у меня 75, возьми. Это по 25 надо, 4.
стены, два потолка. 66 всего лишь у нас есть, эти все я несу. Все. Печки тамбур делают. Он белый убежал сюда. Так, спуститесь все в шкафу, отрезуйте все сейчас. Храним. Ребята, отрезуйте все в шкафу. Идем, идем. Все, ребят, уходим. Снизу дом, до дома дойдем. Вверху двери все закрывайте, как стоит. Так, я выбежал. А чем мы... Ага, я понял. Резко направо сразу спускайтесь. Вот и все, с башней мы полностью закончили. Она была укреплена, шкаф в армированной коробке, стены железные, но где-то оставались каменные. И теперь оставалось ждать их действий. А долго ждать не пришлось. Как только они увидели, что мы покинули башню, они тут же начали рейд. Знаете, так, по-настоящему, по-мужски. Блять. Они взрывают, слышь? Да-да. Тихо. Причем, ну-ка подожди, давай еще. Давайте еще, пацаны, сиху накидывайте. Это минус 20 экспы. Давайте считать, блядь. Я могу кинуться там встать, чисто послушать. Ну, кинись, ну так им МПК-то херачить надо, правильно? Да, да, да. В том ты и прикол. Я, короче, киляюсь, не разлутывайте вот, меня. Вот, еще сиха, они сверху бахают. Это еще 20 эксплозило. Поехали, давайте, следующее. Сейчас наша строчка и улетит в никуда. Да, 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 да. Убили тебя? Покричи там, о нет, боже мой, не рейдите меня, блядь, патрули. Еще 20 экспы. Молодцы, это уже 60. Плюс ракеты, выпущенные в хату. Это 4. А там красные были, кажется. Дверями щелкают. Четвертая сих пошла. Четвертая? Ой. А что так агрессивно-то? Так, 80 экспы. Сука, я ору. Поможем даже следопыту посчитать дурачков. Помянем экспу, помянем. Он говорит, два ящика пороха у нас забрали. Убойно. Пятая сих пошла. Так, 100 экспы. Хорошо, дверей много. А смысл их въебона, когда они сейчас все это тратят, блядь, я вот просто не понимаю. Нет, они нас загрели на рейд, как они считают. Скажи, изи развод. Не надо, не сейчас, нет. А, не сейчас. Конрад, не говори, не слушай меня. Еще? Можно кинули, мне это, затычки в уши, пожалуйста? Он кусается. А что? Да кусается. Бомбит он, очень сильно бомбит. Кто? Джава. Да картавый. Ладно. Да. Их это очень что сильно задело. Картавит? Да завали ебало, уебок, лоускил, да мы там вас бахнули, да, два ящика пороха вынесли в боне. Рассказчик. А что это у него бомб-бомб-то начался? Он говорит, будут бахать, за вашу же экспу, говорит. Угу. Кто не понял, мой план был таков. Повторюсь, я хотел, чтобы они вытащили нашу экспу и потратили ее на возвращение своих же строений. В данном случае башни. То, что потратили мы на башню, я не беру в расчет. Мы ее честно добыли и честно потратили. А вот то, что они украли, они и должны были потратить. А самое главное, то, что хейтеров бомбило. А должно быть все наоборот. Хейтеры существуют, чтобы бомбило того, кому они пришли. Так это вообще двойная победа. Этот школьник там на пену исходился, в эпилепсии бился, по словам Коннорса. Короче, крутяк. Грозился сихи в воздух выкидывать. Да? Вот я его на пон беру, давай выкидывай. Ну, сказал, наряд, покажи, типа, что ты мужик. Ну, так ну, скажи же, блядь. Мужик на мужика, блядь, давай, отвечай. А ему похеру, о, потому что он читак. Вот и все. Ой, что-то композитками долбят. Но армор они еще взрывать не начали. Они там вели переговоры с Коннорсом. Ну а дальше будет больше. И по поводу собора, я решил его оставить. И сделать версию поменьше, потому что на содержание уходило слишком много. Если 54 тысячи камня требовалось то, что мы построили, то в конечном варианте потребовалось бы в 2 или 3 раза больше. Мы бы это не потянули. Так что вот такая вот история с хейтерами вышла. Оценивать вам. Увидимся в следующем видео.